Всем привет! Меня зовут Сергей, вы находитесь на канале PlayGame, и мы проходим Assassin's Creed Изгой. Так, что это за бандитское логово? Давайте посмотрим. Так, уничтожьте запасы яда бандитов, найдите и убейте главаря банды, сорвите бандитский флаг. Давайте попробуем это выполнить. Так, неплохо. Ага, живой еще, падла. Да что ж ты, скотина такая-то живучая. Так, полетел. Вовсе что-то как-то нахер наперекосяк, да? Так, неплохо. Ух ты, надо валить, наверное. Чё, чувак? Ой-ой-ой-ой. Иди сюда, сучоныш такой. Ах ты пиздюк. Ой-ей. Блять! Твою ж ты за ногу! Надо, короче, все аккуратненько просто сделать так красивенько. Так, куда? Вот туда. Ах ты сука такая. Так, обыщем. Так, вот он, флаг. Хорош. Перерезаем. Так, 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 а где? Вот оно, да. Отлично.
Done for. Fresh two. What happened? Так, хорош. There is a killer nearby. Отлично. Портим. И убегаем. Все, красиво все сделали. Так, это что у нас, враг? А как это я вообще тут оказался, если я был снизу-то, елки-палки. Ладно, не в этом суть. Ой, ёпт, не мог тебе. Так, все, короче, ну вас нахуй с вами связываться, побежали отсюда. Постройкой города? Ну, чувак, пока что-то не хочу. Ограбление будет называться наша новая миссия. Все хуже, чем мы думали. Ассасины узнали, как использовать шкатулку предтеч. Они уже готовят экспедицию. Значит, мы должны остановить их. У Хоуп сотни людей, а властям плевать на все. Может, нам прикинуться ее людьми? Совершим преступление так, чтобы их нельзя было больше игнорировать. Это прекрасный план, Джек. Действуйте. Я выясню, где прячутся ассасины. Мне показалось? Или он попросил наделать шуму? Наслаждайся, пока можешь. Так, что делать? Убить этих двух. Ого, какой шустрило-то, а? Давайте пока попробуем поймать того, который на земле. А чё? Ой! Так, что-то я не понял. Ты ж не бандит. Кто на меня напал-то? Так, ты что, по крышам, да, бежишь? Я погляжу. Так, давай, 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 быстро, быстро, быстро. Так, нормально. Парочка заправских проходимцев, а? Нет, мне это даже идет. Чем займемся? Жалованием солдат. Надо поспешить. Полк уже на пути к форту, где хранятся деньги. Славно. Надеюсь, у тебя есть план? Там много заключенных. Проникни внутрь и водрузи флаг банды, а я освобожу их. Думаешь, выпустить бандитов, которые работают с ассасинами? Мы же натравим на них армию, разве нет? Просто подними флаг, и я устрою ад. Так, что теперь делать? Так, разграбьте, так, откройте. Так, не, чувак, ты это оружие спрячь. Этого надо... Херакс. Чё, реально? Чё орёшь-то?
Так, да, мне надо куда-то на ту сторону. Ага, вот сюда. Так, стой. Еще сюда. Боеприпасики. Так, неплохо. Так, ты откуда? Да я. А кто сука такая? Так, вот еще. Взламываем. Так, грабим. Да ёб, куда слезь, чувак? Да не кипишуй ты так. Так, вот отлично, еще одна. Полторы минуты, давай, быстро. Так, сундуки где-то там вот еще у нас есть. Нахер. Тише. Так, блядь, 35 секунд. Что делать? Успеем, не успеем. Еще один взломать-то. Нахер. Да тише, вниз! Блядь, надо попытаться. Давай, быстро! Сейчас, сука, флаг срезать. Ой, не успел. Придется переиграть. Флаг надо срезать, да? Вот сюда нам нужно. Так, вот это вот надо, блядь, в первую очередь срезать. Так, не успел я до подкрепления, да? Ну и хер на него, значит, да? Попробуем так. Да тише, ну чё ты... Лезь, нахрена ты прыгаешь? Так, ну и что теперь? Так, покинуть область. Получи!
камеру, подонок! Сдавайся! Или умри! Тихо! О, на кого-то я нарвался. Да все, все, чувак. Нормально. Что здесь случилось? Заключенные вырвались. Им кто-то помог. Их было слишком много. Что ж, мы исправим это, не так ли? Пора избавиться от этих бандитов. Сработало, Джек. Немного удачи, и армия раздавит этих бандитов. Удача — это миф. Ну что, задание выполнено? Сколько процентов? О, на соточку. Отлично просто, отлично. Так, что нас дальше ждет? Сундучок ограбим. Ой, денег у нас нехило так стало. Так, а миссия где у нас вообще? На острове-то будет? Так, на другую сторону... Побежали, ладно. Ну, собаки гуляют. Так, ну почти мы подбежали. Так, а вот эта точка у нас не синхронизирована обзора, интересно мне. Нет, давайте синхронизируем ее, чё ж она у нас. Так, куда-то сюда надо, да? Отлично. Синхронизируем. Твою мать, а чё прыжок веры не получился? Вообще не прикольно. Ну что ж, придется по новой бежать, ну хоть не весь путь. Так, точка синхронизирована теперь, ладно. Как-то по-глупому прыгнул, а он мимо стога сена попал. Термостайвец-то. Так, 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 ну давай наверх. Тут где-то отбегать непонятно, через крышу быстрее перелезем. Ладно, хоть не помер. Где твой главарь? Я не скажу. Он убьет меня. А так тебя убьет он.
Она в том особняке. В том, с садом. Идем же. Так, пойдем. Думал, ты один. Хей, Томом, ты че так быстро бежишь-то? Полагал, да? И вы взяли его. Получил в дар от братства. Ясно. Наша миссия была успешна. Армия выступит в любой момент. Хорошо. Наших сил в Нью-Йорке не хватит. Так, а что такое-то? Но если удача улыбнется нам, мы избавимся от них навсегда. Удача — это миф. А теперь обезглавим змею. Что, тоже их завалить или что? Ну, преследовал. И что? Я и один справлюсь с Хоффом. Хорошо. Пора ее выкупить. Так, патрончиков бы мне. Усыпляю. Хотя чё мне эти усыпляющие? Так. Да не надо мне тело, я винтовку хотел взять. Ой. Да, блять, винтовку хотел я взять. Брось его нахрен. Пора навести порядок. Укрытие! Укрытие! Опа. Постреляем немножко. Да-да, что так долго перезаряжаешь-то, а? Ах ты, сука такая, откуда ты выскочил-то? Так, лучше нафиг возьмем свои пистолеты. Так, а где-то сундук здесь. Раз уже здесь надо его ограбить. Вот он. Ты, блядь, манда такая, а? Да, блядь, слезь. Найдите Хоу. Так, и что нашел? А, вот она. Все, что нужно при нас. Итак, Шевалье будет ждать меня. Прощай. Удачи вам. Ну ё, ни хрена себе приземлился. Жаль, что все так кончается. Ты всегда мне нравился. Так, это что такое? Не отравиться, да? Опа, опа, ах ты, блядь, отравился, твою налево. А чё такое-то, почему ты не допрыгнул, не понял я, по-любому ж сюда. Потом по-любому сюда. Блять, а почему ты тогда так не сделал у меня? Так, теперь куда? Вот сюда. Опа. Факт.
Так. Так, 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 здесь ты не... А, вот, через вот эту дыру, да, наверное. Ты выносливее, чем я ожидал. Да что ж такое, еще чем-то траванули. Что это? Так, найдите Хоуп. Останавливает сердце. Мне нужно двигаться. Так, ладно. Вот так. Нужно бежать. Сердце. И быстро. Прям как в фильме, бляха-муха, адреналин. Так, 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 куда? Блять, херня. Надо найти Хоуп и противоядие. Бегу. Старая, блять, обозвать бы тебя. Достали, бляха-муха, из кустов выпрыгивать, а? Что это? Яд останавливает сердце. Нужно двигаться. Вот так. Двигайся. Сердце бьется. Пошел в задницу, чувак. Да блин, заколупали. Блин, да это вообще капец. Беги нафиг. Да ты чё, ты... Вообще заколупали нафиг из кустов эти крысы выпрыгивать. Ну чё такое, блин? Да давай! Вот сучка такая! Так, где-то по крышам. Значит, блять, не останавливайся, беги нахрен. Да как она потеряна? Да вон она, блин, впереди, ёлки-палки. И достали, а. Никогда не даешь. Да в задницу вас всех, козлов. Да запрыгивай же ты, какого ты черта встал вообще, идиота кусок. Какого ты... Встал, блядь, и стоит возле этой бочки, коробки хреновой. Никогда не сдаешься, да? Отвали ты от меня еще! Мудозвон тупой, блядь. Тварь ты гребаная! Так, короче, блин.
Уже бесит меня это просто. Так, куда-то туда, бляха-муха. Ну давай же ты беги! Да ты чё такое? За бред какой-то с этой ядовитой областью, ничего не пойму. Да что за херь какая-то, а? Ну и как мне ее, блин, догнать? А что-то не пойму, мы куда-то в итоге прибежим или что это такое? Куда дебил выстрелил? Да блять, как мне ее догнать? Я вообще ничего не понимаю. Чё за бред какой-то, а? Она тупо бегает кругами. Неужели? Ты опоздал. Как всегда, Шей. Хоп. Я не хотел этого. Я учила тебя этому. И меньшего не ожидала. Но зачем? Дать Лаему время уйти. Скоро Шевалье отправится к святыне Предтеч. Я остановлю его. Он будет ждать тебя. Жаль. Ты был так талантлив. Ну, в сражение, конечно, вмешался там по-серьезному. Так, ну что ж, друзья, давайте на этом закончим нашу серию.
Всем спасибо за просмотр, комментируйте видео, ставьте лайки и не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока!